А в Брюсселе начинают борьбу с дармоедами. Речь идет о людях, которые добились от государства пособий с помощью махинаций. В городе увеличат число проверок, а штрафы для тех, кто незаконно получает соцпомощь, значительно вырастут. Подробнее расскажет Елена Абрамович. Бельгия – страна с самыми высокими налогами в Старой Европе. Подоходный тут достигает 50%. Но это не помогает государству наполнить казну. Бюджетный дефицит в Брюсселе – постоянная проблема. Еще бы, ведь в 2016-м треть домохозяйств города не платили налоги. Если среднемесячный доход ниже установленного минимума, можно не только не платить налоги, но и получать доплату. Впрочем, количество таких жителей в городе зашкаливает. И федеральное правительство Брюсселя решило более тщательно проверять тех, кто получает пособие. Проверки будут серьезные и систематические, пишут бельгийские СМИ. Инспекторы федерального правительства договорились о сотрудничестве с одной стороны с организациями, которые консультируют по вопросам трудоустройства, а с другой с агентствами, которые помогают получить пособие при болезни или потере работы. Их задача – выявить подозрительные случаи. Мы разработали инструмент, который дает возможность нашим инспекторам проанализировать ситуацию, чтобы они могли понять, где нужно провести проверку в первую очередь. Пересмотрел Брюссель и меры наказания. Мошенникам придется не только возмещать незаконно выплаченные пособия, но и заплатить существенный штраф. Благодаря этому уже в следующем году, согласно прогнозам, бюджет города пополнится на 50 миллионов евро. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Брюссель. Европейское бюро телеканала «Интер».